Именно так. По-ленински мы и действовали на нашем съезде. Именно так мы будем и действовать впредь. Товарищи делегаты, на этом 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза объявляется закрытым. Эту великую песню партия избрала своим гимном. В разные периоды истории разные строки этой песни становились лозунгом времени. Но смысл одной из строк не стареет. Ни бог, ни царь и ни герой. Никто не сделает за нас того, что должен сделать каждый из нас. Эта песня и пароль, и отзыв. И потому кремлевскому залу отвечают в мире все, кто верит в справедливый ход истории. Спасибо за работу, хорошую работу со знаком качества и за новую работу.